20 минут о красивой жизни, заметных событиях и симпатичных людях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Фестиваль современного искусства «Матчфест» оставил под сильным впечатлением несколько сотен посетивших его челябинцев. Самые креативные моменты этого незабываемого дня в репортаже Beauty Time. Танцевальные перформансы, интерактивные инсталляции и огненное шоу. За один вечер на площадках Match Weekend представили все известные жанры современного искусства. Гостям предложено не просто смотреть и слушать, но и участвовать. Сегодня очень-очень много мест для фото, видео, селфи, для вдохновения, можно и порисовать. И поучаствовать в других каких-то перформансах. У нас огромная сцена, расписанная Львом Либерманом. Это наш уральский каллиграфист. Есть экспозиции от фотографов, есть экспозиция от художников. Также есть поэтический уголок поэтроника. Мы отталкиваемся всегда от темы высвобождения творчества без рамок, без ничего. В этот раз мы ее посвящаем скандинавской легенде о похищении солнца волком. Как некий аллегорический образ волка, как препятствий, солнца, как наше творчество. Матчфест является синтезом искусств, моды, музыки, театра, танца. Также и мы собираем на своей площадке творческих людей различного направления. От хендмейда до рекламы, до производства видео, брендинга, дизайна. Под творчеством чаще всего подразумевают различные виды искусства. А вот велоконструктор Данил Климент смотрит на это шире. Я занимаюсь велосипедами где-то 15. И у меня есть, откладываю наработки к моменту создания. У меня уже есть сырье, и я беру сварочный аппарат, трубы и создаю. Отталкиваясь от сегодняшних трендов, зебра, леопард, тематика такая у нас. Мы хотели показать, что душа у человека открыта, и он делает и воспроизводит все то, что хочет, несмотря ни на что. На нашей площадке происходит настоящая химическая лаборатория только с чаем. У нас есть разные виды чая для бодрости и для расслабления. То есть для того, чтобы больше погрузиться в атмосферу или для того, чтобы взбодриться и выжить до конца вечера или даже до утра. Match Weekend расширяет горизонты и поднимает над обыденным. Такие встречи вдохновляют и объединяют людей с общими целями. И, конечно же, делают обычный день незабываемым. Стиль корпоратива, как правило, отражает труд деятельности людей, принимающих в нем участие. Так, например, для вечеринки дизайнеров интерьера гости вечера подготовили видеоклипы, а также живые вокальные номера. Рэп, рок и золотые хиты эстрады звучали в тот вечер со сцены и с экрана.
Красота – понятие безграничное. И, похоже, именно по этой причине люди, которые профессионально занимаются дизайном интерьеров, порой не в силах сдерживать свои творческие порывы, особенно те, которые не входят в рамки дизайн-проектов и их реализации. Дизайнеры очень творческие люди, поэтому я считаю, что вот сегодняшний конкурс, он к ним очень близок, потому что есть возможность показать себя, раскрепоститься, самовыразиться. Поэтому, мне кажется, это сегодня прекрасный вечер для них. Люблю петь, всегда пою, в караоке редко бываю, но дома всегда пою. Я очень люблю петь, поэтому решил принять участие. Это не просто корпоратив с выступлением друзей и коллег. «Розовый лед», а именно так озаглавили идею, это конкурс видеоклипов и живых вокальных номеров. Конкурс с денежными призами и компетентным жюри. В одном месте собрать всех самых замечательных дизайнеров, это уже идея хорошая. Пора самим уже браться за песню, потому что дизайнер, он не только делает дизайн дома и прочее-прочее. Он и песню украшает дизайнерски по-своему. Поэтому мне стало интересно, а как они смогут преобразить эту песню? Это расширяет круг знакомств, круг интересов. И ты в себе всегда открываешь что-то новое, какие-то новые способности, возможности. Цыганская песня, рэп, классический рок и музыка кино. Диапазон дизайнерских интересов сравним с ассортиментом салона обоев. Что касается мастерства перевоплощения, и здесь не придерешься. Мне кажется, он до сих пор даже не вжился в образ до конца полностью, но старался как мог. Достаточно времени хотя бы было как ограниченное количество, но старались. Все придумывали на ходу, буквально за 1-2 дня. Костюм вообще вот прям буквально родился сегодня днем. Заряжаешься, пока готовишься к выступлению, потом заряжаешься, когда выступаешь. Ну и вот это намного... Я считаю, что каждый человек сам себе делает праздник. Победа в конкурсе, конечно же, важна, но она ничто в сравнении с творческим удовлетворением и зрительским восторгом. В этот вечер коллеги, которые давно знакомы, узнали друг друга в новом качестве. Ну или, по крайней мере, лишний раз убедились в том, что талантливый человек талантлив во всем. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», 2 этаж. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Выбор подарка – дело ответственное, ведь хочется, чтобы приятным был не только момент вручения, но и последующие эмоции. Несколько идей на тему, что дарить кому и в какой форме, в продолжении выпуска. Красиво, да? Угу, хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Тема новогодних подарков, которая в этот период времени волнует многих, нас сегодня привела в удивительное место. Это комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши и антиквариата. Материальную, эмоциональную, этическую, а также техническую стороны приобретения актуального подарка мы обсуждаем с управляющей Камзола Натальей Давыдовой.
Wishlist – это очень здорово, где ты прописываешь то, что ты желаешь, что тебе необходимо. В сегодняшний день это практикуется, но не настолько распространенно. А вообще, я считаю, это необходимо прям культивировать. Это очень важно. Во-первых, это позволит получить по-настоящему желанный подарок, а во-вторых, избавит вас от чего-то ненужного, что не приносит радость и к тому же занимает место. Wishlist в нашем случае – это понятие условное. Под этим подразумевается возможность озвучивать свои желания, какими бы дорогостоящими они не были. Можно же подарить копилку, скажем так, с первым взносом. Это будет и весело, и креативно, и необычно, и при этом практично. Из сферы дружеской и корпоративной переходим в личную. Здесь также проявляется идея конкретных пожеланий, без каких-либо, пусть даже прозрачных, намеков. В свое время я сделала опрос среди своих друзей-мужчин. Что надо сделать женщине, чтобы тебе дарили подарки? Мне абсолютно все мужчины отвечали одинаково. Нам необходимо говорить прямо и четко, что я хочу. Учитесь это делать, учитесь озвучивать свои желания. Это очень важно. Если такой подход к подаркам может показаться слишком рациональным, следует добавить моменту эмоций. Самый простой способ – своей рукой подписать открытку. При получении подарка в последующем мы помним свои эмоции, которые связаны с тем, как ты это получил. Написание открытки – это самая лучшая самопрезентация. Она остается. Коробка раскрыта, подарок достали, а открытка, она осталась. Ты можешь посмотреть и улыбнуться, прочитав ее в любой момент. В пятерку самых популярных, самых желанных подарков на Новый год по-прежнему входят ювелирные украшения. В наши дни это явление очень широкое. Ювелирный рынок на сегодняшний день, он такой широкий. Есть масс-маркет ювелирных украшений, есть просто бижутерия брендовая, дорогая, но также существует и классика, существует другое направление. Это украшения знаменитых ювелирных домов, а также высоких ювелирных характеристик. Такие ювелирные украшения, они представляют собой непосредственно высокую ценность. Их можно передавать по наследству. Это может быть каким-то семейным символом. Если по каким-либо причинам вы примете решение продать данные изделия, даже через год, они не потеряют в стоимости. В отличие, предположим, от трендовых каких-то изделий. И еще одна идея, хоть и не относящаяся к подаркам, но непосредственно связанная с новогодними торжествами – прокат драгоценностей на мероприятия. Это уже давно практикуют голливудские звезды, так почему бы не последовать их примеру? Скажи, как ювелир мог дать его на прокат? Он весьма доверяет мне. А вообще, сколько это стоит? 250 000. 250 000? Одной из самых ярких вечеринок ушедшего года стала автопремьера в Audi-центр Челябинск. Эту незабываемую атмосферу удалось сохранить в репортаже Beauty Time. Самые модные вечеринки планеты очень часто проходят в местах, не связанных с модой напрямую, но это только на первый взгляд. Совершенство линий, сочетание фактур, сложные оттенки – это может относиться не только к шедеврам знаменитых кутюрье, но и к произведениям автопрома. Надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Те лучшие черты женщины, ух эти глаза, ух эти фары матрикс и всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины, все в этой машине. Показ коллекции первых линий известных дизайнеров дополнил впечатление о стильной элегантности, а идею драйва воплотила диджей Эва, резидент столичного Симачев-бара. Она специально прилетела на нашу вечеринку, чтобы, так сказать, поддержать стилистику этого вечера. Моя
организовала эту презентацию за 4 дня. То есть нам предложили, то есть это роскошно, посмотрите, сколько народу, это такой автомобиль, тут такое помещение, на самом деле это роскошный подиум, то есть тут только делать показы и делать. Это, мне кажется, только Мария может, потому что это презентация, которую многие готовятся по 2-3 месяца. Здорово, все нравится, все отлично. И организация прекрасная, прекрасно сделана. У Марии всегда хорошие вечеринки. В наши дни автомобиль уже не просто средство передвижения. Это и воплощение стиля жизни, и отражение внутреннего «я». Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. «Камзол» – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда, 166. ТРК «Горки», второй этаж. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time, _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта. Модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.